Сотрудники полиции задержали 4 иностранцев по обвинению в убийстве своего соотечественника. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений после ссоры во время распития алкоголя. С целью сокрытия следов преступления мужчины вывезли тело убитого за пределы Одессы и в ходе своеобразного ритуального обряда сожгли труп мужчины. Правоохранители также рассматривают версию, что это было обычное убийство, замаскированное под ритуальное, чтобы запутать следы. Кроме того, задержанных также подозревают в причастности к другим преступлениям, в частности, к международной торговле людьми. Сегодня Приморский суд изберет меру пресечения всем подозреваемым. Буквально за двое суток было установлено лица, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления. Что характерно, это 3 иностранных гражданина. Помимо этого, сегодня утром был задержан 4-й гражданин, который обоснованно также подозревается соучастие в совершении убийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115, часть 2, пункт 12. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Также в настоящее время мы проводим дополнительное оперативное мероприятие по установлению всего круга лиц, которые причастны к этому преступлению, а также назначены ряд экспертиз по данному факту.